своими подлогами. И я напомню, что сотни и сотни армянских солдат стали калеками, потому что начальники Шушинской тюрьмы и арестантов, которые выжили. То есть сотрудники Шушинской тюрьмы, начальники тюрем, да, избивали цепями этих солдат, заливали воду в матрас, эти ребята все стали инвалидами. И сегодня сотрудники Шушинской тюрьмы, я напомню, что все 4 года многие из них за деньги пишут против Пашиняна. Это чистая правда. И за этим стоят начальники Шушинской тюрьмы и СМБ Арцаха. Это все должны понимать. Потому что даже в телеграм-канале, начиная от Андрея, да, который в армии много людей избил и поломал кости. Сейчас он стал администратором карабахского телеграм-канала. Там нет ни одного человека, который не контролируется арцахскими властями, генералами или избил и поломал кости. Сейчас он стал администратором карабахского телеграм-канала. Там нет ни одного человека, который не контролируется арцахскими властями, генералами или СМБ. Друзья, делитесь эфиром, и я еще раз выражаю соболезнования всем семьям в Армении и Арцахе, которых вот так наказали, отобрав у вас папу, отобрав у вас брата, сына, да, такое огромное количество убийств на совести руководства Арцаха, прокуратуры Арцаха, судов Арцаха, СМБ Арцаха, МВД Арцаха. Мы говорим МВД Арцаха. Что значит МВД Арцаха? Для чего ты существуешь? МВД Арцаха. Когда господин Угановский недавно открыл огонь в центре Степанакерта, 4 парней хотели зарезать, ты генерала отпускаешь через полчаса, ты называешь себя МВД Арцаха? Ты что за МВД, если 4 парней он хотел застрелить и отпустил человека через полчаса? Ты себя считаешь МВД? Ты беспредел, ты не МВД. Ты позорище. Потому что главы МВД Арцаха все своих сыновей устроили на жирные должности в Армении. Мы наизусть знаем, даже те, которые умерли, главы МВД, кто устроил сына в СМБ Армении. Вот сейчас работает в СМБ Армении сын Исагулова. Дай Бог ему здоровья, но мы откуда знаем, что он может сделать против нас. Вы всех своих сыновей устраиваете в СМБ Армении, прокуратуру, судьями назначаете. Так вы вершите правосудие. Это ты называешь правосудием? Арцахская власть. Это правосудие, да? Ты невинных людей убиваешь, солдат убиваешь, а своих сыновей устраиваешь в прокуратуру Армении и СМБ Армении? Это правосудие? Это честность? Это справедливость? Арай Карутюнян, Рубен Вартанян, вы не можете, да, решить вопрос судебных заседаний? У Марки Овкерескан Мартенс панель. Это ну и гахпита верка грумен варчапети демич ворбан. Чёрт старый мимбан алином. Капчу нинча катарвум. Настаздук левый эджерис пашнян демик грум. Странов сбагвек. Эс Мартум спанелен. Дранов сбагвек дук. Ете дук артарек де Гарабахум настаз. У Гарабахцинере и маналов кани Мартенс панель. Иранц ашхатакицнере. Ларумен. Инчез долларум арцахци. Инчез долларум. Ինչի՞ ես ասում, ո՞նց է Կարին Ցատրյանը դարել նաչանի գայի։ Ինչի՞ ես լրում։ Քո երեխու չեն չաս պանել, դրա համար ես լրում։ Ինչի՞ ես այդ հարցը տալիս Ռուբեն Վարդանյանին։ Եթե ես մարդուն սպանել են, և ես մարդը ասել ա, որ դա եղել ա ԻՎՍ-ի նաչանիկը, ինչի՞ չեք պատժում այդ սպանողին։ Ով ա դա պատժելու, кто будет наказывать всех этих убийц? Вы говорите, вы хотите быть независимыми, поэтому вы хотите быть независимыми, Ռուբեն Վարդանյան. Чтобы убивать невинных людей, для этого ты хочешь быть независимым. И от Армении, Вито Баласанян, ты говорил, мы не Армения. Ты не Армения, да, потому что Армения не убивает людей. Потому что в Армении 4 года демократия. А твой Арцах это сборище убийц. Поэтому, Вито Баласанян, ты говоришь, Арцах не Армения. Потому что вы его убили, да, Вито Баласанян. То есть вы всех убиваете. Так вы стали властью Арцаха. Как вы стали властью Арцаха? Для того, чтобы воровать и грабить людей? А вам вообще не стыдно? 34 года у вас пустые полки, ты ничего в экономике не сделал, но вы убили 1079 человек. Вы убили Богдана, ты считаешь это нормально?
за убийство Богдана, который это сделал генерал, до сих пор никто не ответил. Почему МВД Арцаха, ты не поднимаешь уголовное дело Богдана? Боишься, что это гадрутский генерал? Да? Ты этого боишься, МВД Арцаха? Сардара убили, почему ты не расследуешь дело Сардара? Почему не расследуешь дело Сардара? Потому что боишься, что это сделал друг Баку Саакяна, Драни Цесвахон, МВД Арцаха. Նստած Փաշինյանին ակնհնադատում, այսօր Արտուր Աղաբեկյանը, հադրութի ձեր թակավորը, ով Արտուր Աղաբեկյանը, շտո նիզնայիմ կտո տակու Արտուր Աղաբեկյան, ատկրել ֆոնդ մարդիկ, հարգելի Հարաբաղցիներ, ձեր իմանալով դա նորմալ է, որ գեներալը ֆոնդա բացում ու ֆոնդից փող աթալանում. Չլավեր, կատորը занимал должность, как такое может быть, Господи? Второй человек, занимающий высокопоставленную должность и в Армении, и в Арцахе, открывает фонд, чтобы воровать деньги. Есть уголовное дело, по которому миллионы, десятки, сотни миллионов драмов было украдено. Это только официальная информация. То есть человек, вот вы говорите, Алиев плохой, Эрдоган, у тебя генерал, высокопоставленный человек, открыл фонд и тратил деньги на банкеты. Почему вы не критикуете Артура Аггабекяна? Почему вы критикуете Пашиняна, товарищи карабахцы? Инчичес гэрэм, вон скарова тэнс банлини вэр, Аггабекян Артура эскан пога таланэл, мартик фондиц. Вон скарова тэнс банлини. Ду Арцаха иманалёв инч вичакума, вон скарова коге каварат, ко генералат лини таланчи. Мят батасханэк эд харцин. У эс марту глюху ворду келлек, то, что вы убили вот много таких людей. За это Арай Карутюнян, Рубен Вартанян, за это Господь будет требовать ответа. Ты не думаешь, что ты будешь счастливым. Я обращаюсь ко всем жителям Карабаха. Если вы не потребуете наказания для убийц, если вы не снимете СМБ Арцаха, ГАИ, если вы не снимете людей, которые давят на суды, затыкают рот следователям и прокурору и судьям, вас ничего хорошего не ждет. Потому что сегодня Карабах находится настолько в позорном состоянии, что блогер раскрывает уголовное дело, и слава богу, Следственный комитет арестовал, и Следственный комитет Армении ведет четко это дело. Все виновные в преступлении Мадагеси будут отвечать. А вы, СМБ Арцаха, зная, что больше 200 парней погибло в Мадагеси, палец о палец СМБ Арцаха не ударило, чтобы наказать карабахских командиров, которые устроили пирушку, и почти более 200 парней из Армении погибли. Палец о палец, это СМБ Арцаха, это вы себя называете СМБ, ты говоришь, ду Арцахи АЦС, и маналев вор мадагисум эркуару хокут шат тагая зовел. Ду асмес блогер на мегавор. Ду блогере вора эс крякан горц бацум. Ду овес вор блогере вора крякан горц эс бацум. Ду инч астичани анграгетес. Вор чес аскану вор эт горца каруга дзер косут востикануцюны баци. Воч те аацин Арцахи. Дра хамар эс энгел блогере хетевиц. Танц чунэс че эс марту... Ձեզ տանց չունեք ոտերի արանքում, այս մարդուն ով սպանել է իրանց պատժեք, ընգած բլոգերի հետևից ես դու ընգերը, то есть СМБ Արցախը, ты не можешь ни одного убийцу наказать, бегаешь за блогером, это твой потолок, дальше ты не можешь прыгнуть. Или руководитель СМБ Арцаха, который служил армии обороны Арцаха, глава СМБ Арцаха. Ты что, не знаешь, сколько вы взяток брали солдат из Армении, чтобы они не стояли на посту, а сидели в воинской части? Почему не критикуете своих офицеров? А что глава СМБ Арцаха, который был армией обороны Арцаха, ты не знаешь, сколько водителей бензовозов украли бензин из бюджета Армении? Почему твои работники СМБ не говорят, что мы сами виноваты? Вот банака таланелек. Глава СМБ, который служил армии обороны Арцаха, ты не знаешь, что 18-летних солдат подставляли и сажали в Шушинскую тюрьму? Или глава СМБ Арцаха, который служил в армии, ты не знаешь, как военком Арцаха за взятки богатых степанакерских детей освобождал от армии, а несчастных бедных отправлял в армию? Ты не знаешь об этом, что ли? Почему не арестовываешь главу военкомата? Или ты считаешь, что военком святой? Если глава СМБ справедливый парень, почему ты не арестовываешь Аршавира Гарамяна? Ты считаешь, что Аршавир Гарамян святой?
Если руководитель СМБ Арцаха справедливый, почему ты не арестовываешь бывшего главу СМБ, который ресторан открыл в Гадрусском районе и воровал электроэнергию из воинской части? Почему не арестуешь Баку Саакяна? Баку Саакян не конченый подонок? Это до Артар Ацеха Каварас. И чичес дзерпакалюм Баку Саакянин. Ты бахынум из Баку Саакянец. Камель и чичес креакан горс бацун Мовсис Акопяни выра. Эткан Дахьякнерюне. Да, ты же справедливый глава СМБ. Если ты гонишься за Ромой Багдасаряном, все твое СМБ, почему не возбуждаешь дело на Мовсиса Акопяна? Боишься, да, Мовсиса Акопяна? Так вы хотите процветать? Никто, нормальный человек, не будет жить в Арцахе, как бы тебя ни защищал армянский премьер-министр. Ни один нормальный человек, у которого есть капля вообще чувства порядочности, он с такими людьми, как вы, работать не будет. Никто. И вы ослабили Арцах. Посмотри, Армения сколько для вас сделала. Вы, убивая невинных людей, вы превратили в ад Арцах. Ни один нормальный человек не будет с вами жить. Потому что вы никого не арестовываете, вы бегаете за блогером. Позор службе национальной безопасности Арцаха, что ты не ловишь убийц, и более того, глава спецназа, брат Карена Цатуряна, занят непонятно чем. Это ты называешь СМБ Арцаха? То есть ты брата Карена Цатуряна поставил главой спецназа? Бамоцес до ААЦ и спецназа Меце, да ну Карен Цатурян и Ехпоря. Я чем вам скажу, у вас что, мафия? Все братья, да? То есть главой спецназа ни один нормальный мужик не был назначен. Вы назначили Карена Прата главой спецназа. Что вы делаете вообще? Что вы себя возомнили беспредельщиками? Что вы творите с простыми людьми? Почему вы это все делаете? Сидите слева, анкет критикуете Пашиняна. Вы на себя посмотрите. То, что вы сделали с этим человеком, это ваша рожа, руководство Арцаха. И какая-то падла из вас критикует Пашиняна. Пашинян вам дает деньги за что? За то, что вы убили этого человека? Арай Каруцунян, ду Ашхадамарде стали Аймарканс Овхерспанелин Эстагун? А? Пашиняны пога ворду станом эс. Эстагун Овспанеля, дран Ашхадамарде стались. Вообще дук мытаться мекинчек дуканом. Вы никогда не будете счастливыми. Никогда. Всех, кого вы убили, пытали, за это вы все будете отвечать перед Богом. Не думайте, что вы сумеете убежать от правосудия. Вы все будете отвечать за это. И вы в сто...